Городские соревнования Drift Street Legal стартовали еще в первый день лета. Всего в рамках ежегодного чемпионата по дрифту проводится 5 этапов. Постоянным домом для гонок DSL становится картодром Змеинка. Вот и финал этого сезона прошел здесь же. Соревнования хоть и уступают в классе и популярности более статусным гонкам вроде RDS или D1, однако все равно привлекают сюда сотни зрителей, а главное – перспективных гонщиков. Задача здесь та же – сначала удачно прокатиться на квалификации, а затем обыграть соперника в парных заездах. Участники борются на равных, будь то новичок, профессионал или даже девушка-пилот. Хотелось бы пожелать, чтобы на следующий год прибавлялось все больше пилотов, все больше партнеров, и чтобы мероприятие только набирало обороты и росло. Сезон дрифта на этом не заканчивается, потому что 28 сентября соревнования в Хабаровске, я в них собираюсь принимать участие. Одним из финалистов последнего этапа DSL стал Константин Гаврилюков. На своем ярко-красном скайлайне гонщик успел засветиться и на последних соревнованиях RDS «Восток». Говорит, что формат гонок на Змеинке куда более гуманный и доступный для начинающих пилотов. Я увлекаюсь с 2007 года, смотрю на все это дело, хотел всегда. Появилась возможность, построил машину и вот приехал. Там, посерьезнее бюджет, если там в другую серию ехать, в RDS, допустим. То есть тут все-таки подготовка машины, можно послабее ее там в плане каркаса и так далее. И также мощность. Тут Змеинка, она очень ограничена. Даже мощные машины могут одинаково почти ехать с маломощной. Однако как раз машина в итоге и подвела Константина. В решающей гонке ему противостоял Виталий Крылов на своем белом Чайзере. В первой попытке оба пилота проехали практически одинаково, поэтому судьям пришлось назначать перезаезд. И уже в нем машина Гаврилюкова буквально сдалась. Отказал редуктор. Крылову было достаточно проехать победный круг почета. Однако и у чемпиона было не все так гладко. Максимально близко старался ехать, зацепил поребрик, погнул сильно диск, то есть литой. Уже на тренировках сломал один диск, то есть это был уже крайний стоял. И на нем, получается, из-за большой восьмерки просто слетела резина уже в крайней дуге. Доехали, так получилось, то что свезло, не знаю. Несмотря на все технические проблемы, свои награды тройка лидеров получила. Под овации зрителей гонщики также пожелали чемпионату развития и увеличения конкуренции. Максим Яковлев, новости спорта на 8.